Ну, в этой игре нам всегда есть чем заняться, даже, собственно, и раздумывать нечего. Правда, понимаешь, опять стемнело. Знаешь, что делается? Дай мы промотаем, а? Потому что мне сейчас светло в комнате, и вы будете все время видеть меня. 2 часа ночи, блин. Давай еще промотаем на 6 часов. Вот, совсем другое дело. А что это у нее за ошейник такой? Опаньки. И фенечки. Класс, я помню, у нас в нашем обществе запрещение, у нас школа «Синяя птица». Начали было фенечки запрещать, ты представь, а? Блин. Я вообще не знаю, а? Что за такой народ, люди, а? Вот фенечки зачем запрещать? Вы можете мне объяснить? Так, подожди, я сейчас уберу. В общем, здесь у нас миссия. Да ты аккуратней. Таксист, ты и так... А, ты и так таксист, да еще и в аварию попал. Дайте мне теперь уже уехать отсюда. Смотри, просто автоподстава какая-то российская. Омерзительная. Ну что, ладно, давай, короче... Денег у меня 9 тысяч. А, неплохо было бы подзаработать, соответственно, на этой мусорной машине. Фу, мусорной, блин, пожарной машине. Самый. Я более лучшего способа здесь заработка не знаю. Так, вот эта миссия. По-моему, миссия у меня еще есть в аэропорту в пустыне. Нету ее, да? Нету. А что, она только у меня здесь миссии, все. А, так вот они к чему клонят. Что это неизбежность. Но для этой неизбежности мне нужно угонять танк, зарабатывать деньги, блин, а... Потому что эту миссию можно пройти только на танке, который нам предстоит. Знаешь, что тогда, друзья, я подумал. Поехали мы в аэропорт. На машине, конечно, долго. Поехали в аэропорт и перелетим в Лос-Анджелес. Там возьмем пожарную машину, заработаем бабла. И после этого мы сможем купить собственность там, на окраине Лас-Вегаса. Что тут написано? Win your own video poker machine. 31 machines in all. Get your while the last details inside. Все-таки я чуть-чуть умею читать по-английски. А, details inside — это подробности внутри, что ли? Вот, здесь, кстати, можно смотреть через билет. Через билет. Кстати, дай попробуем через билет. Сейчас просто выбираем в меню, соответственно, этот самый Лос-Сантос, да? И перелетаем, да, посмотрим. Так, отбытие, чё? Лос-Сантос. Подожди. А, то есть он в Лос-Сантос, Сан-Фигеро только летает. Цена 500 баксов. Блин. Ну ладно, дай попробуем один раз. Пробел купить. Нажми пробел, чтобы пропустить полет для посадки. Слушай, самолет, видишь, какой нам подали? Шик. Так, подожди, а это я пока... Подожди, мне надо выключить звук, потому что... Пассаж 69 называется. Молодцы, молодцы. Интересно, как он полетит, конечно. Ну да, видишь, он пошел вот над этим лесом, над природными просторами. Вот это тоже очень ценно, что нам это все показывают. Подожди, а в кабине пилотов не он же сидит? Не Сиджей? Или он в кабине пилотов сидит? А это тоже, конечно, ирония. Купил билет, а сам в итоге рулит. Ну да, своего рода каршеринг авиационный. Авиационный каршеринг. Шасси убрал. Причем такой лайнер нам, по-моему, не предоставляется в пользование. Предоставляется в одном аэропорту. Не, ну столько времени он и занимает этот полет здесь. Смотрим, смотрим. Очень мне любопытно, друзья мои. Все, пошел на снижение.
Там вот большой лесной массив над Лос-Анджелесом, собственно говоря, а аэропорт, он вообще там... Слушай, да, надо было мне, конечно, не тратить 500 баксов. Не надо было тратить 500 баксов, потому что можно было бы спрыгнуть где надо. А так мы сейчас будем тут мучиться. Смотри, над океаном он летит. Мама родная. Ну, могу вам точно сказать, что впервые в жизни я это наблюдаю, вот так вот, полет. Да, все, на посадку, шасси выпустил. Так, включаем звук. Блин, вот за эту мелодию музыка тут потрясная, на нас могут заблочить. Ну вот и все. Сейчас нас выпустят. I do not try and say him. Да. Так, ну чё, высаживайся. Ну высаживайся, высаживайся, чё? Just, the just. Ну что, видишь, все. Оружие у меня не отобрали при посадке на самолет. Прекрасно.